Телеканал 24 ДОК представляет. Мир современного искусства захлестнула красная волна. И источник этой внушительной силы — Китай. Интерес к китайскому искусству уже на... длится больше 5 лет, да, где-то я замечаю на всех ярмарках, на международных, везде китайское искусство заняло очень большое место. Я думаю, что помимо того, что очень талантливые художники, да, и школа, они нашли, каким образом очень правильно подать что-то международному сообществу, что интересно. Да, художник всегда открывает некий свой мир, и китайцы смогли очень талантливо экспортировать какую-то свою идею, какую-то объединенную некую стилистику. Да? Когда они изобретали велосипед, создали что-то новое свое, и которое очень хорошо ассимилировалось, и в это поверили, стали коллекционировать, и это нравится коллекционерам и музейщикам. Мы видим, как хорошо живут художники, какие у каждого из них мастерские, какие мощные площади, где они творят скульптуры и так далее. Все работает на то, чтобы помогать творчеству. Безусловно, благодаря этому у нас, то есть в Китае, да, такая мощная школа и мощно относится к творцам. У нас, к сожалению, этого нет. Человек ищет способ примириться с прошлым и взглянуть в будущее с верой и надеждой. Может, это и есть современный Китай? То, что мы видим, да, вот в этом фильме, мы видим просто мощное государство. Я там пробыл 10 дней, был в Шанхае, и это во всех сферах, это не только в искусстве, да, они не боятся рисковать и вкладывать в те вещи, в те индустрии, в те вещи, чтобы сделать свою страну сильной.